В региональной конференции партии «Единая Россия», заключительная для губернаторских праймерис, участвовали представители местных отделений и первичек со всего края. Из 5 кандидатов оставили одного. 188 голосов из 199. Подавляющее большинство доверило представлять партию временно исполняющему обязанности главы региона Виктору Томенко. Он, в свою очередь, заявил, что продолжит решать текущие проблемы, такие как проведение посевной, подготовку края к зиме, ликвидацию ЧП и работать над своей предвыборной программой. Много очень встречаюсь с разными коллективами, большими, маленькими, на предприятиях, в организациях, просто на улице с людьми. Из этого общения стараюсь почерпнуть вот те надежды, те ожидания, а люди их, надо сказать, высказывают очень открыто и очень заинтересованно. Вот чувствуется это желание действительно достучаться до власти, действительно что-то сказать, а где-то даже много и сделать для того, чтобы жизнь у нас в Алтайском крае стала лучше. Тезисы программы Томенко не раз озвучивал на праймерис. Это социальная защита населения, упор на развитие промышленности, модернизация внутри сферы, поддержка сельского хозяйства. Кстати, на данный момент уже известно, что конкуренцию Виктору Томенко составит либерал-демократ Владимир Семенов. К следующей неделе с кандидатом определятся и справедливороссы. Коммунисты, возможно, вообще не будут никого выдвигать. Напомним, выборы губернатора края пройдут 9 сентября.